Ну да. Это банан. Сейчас мы его разрежем, почистим, порежем на мелкие кусочки, прямо на руке, острым-острым ножом. Все это выкинем. Возьмем кусочек теста и начнем колдовать. Возьмем масло. Сейчас кокосовое. Вот так, вот так. Дети пожарных. Я мы здесь. Опять мы застаем процесс колдовства. Перенимаем опыт. Да. Теперь у Алтухи, помимо Макдональдса, будет еще вот такая вот блинная. Все, третий готов. Я желаю своим детям, чтобы техника будущего передавала запах. Вот и все.